Ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о Цири. Однако Геральт не смог добраться до Гендрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест, кровавого барона, и повздорила с какой-то ведьмой. Что? Зачем ты все рубишь? Сделаем новую модель. Из двух частей. Что ты опять придумала? Увидишь. Чем могу служить? Я ищу кого-нибудь, кто возьмется изготовить доспехи. Очень хорошие доспехи. Ну что ж, я делаю доспехи. Ну, не обращай. Ну так. Легкий пр. Ха-ха. Звучит неплохо. Нет. Послушай. Может. Иоанна, ты обещ. Это не сказка. Мой дед плавал на Ундвигзапад. Проверить стоит. Да. Что-нибудь еще об этой кузне известно? Говорят, она была в какой-то пещере на севере. Если я окажусь на ски. Всюду хамство. Пора бы шкуру спустить. Велени ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о Цири. Однако Геральт не смог добраться до Гендрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест, кровавого барона, и повздорила с какой-то ведьмой. Бледный ты, как. Thank you.
Киндерс, Фьяли, Йеннифер и Геральт узнали, что Цири действительно вернулась на острова и вновь присоединилась к таинственному чародею. Тот вместе с девушкой отплыл на лодке в неизвестное место. Затем лодка вернулась, но только с одним пассажиром. Им было отвратительнейшее, безумное создание. Существо это попало в руки Ярла, который продал его какому-то купцу в Новиграде. На что ты уставился? И гляди... Ни из какого. Здесь пьют только... Так что вы тут делаете? На Скеллиге каждый воин. А тебе этого не понять. Кто путешественника под свой кров не примет? Думай, что говоришь о моем отце. А ты, чужак, запомни. Тебя, значит, меня раздражают глупцы. Геральт из Рив. Йорун, сын Сигвальда. Ну, чего еще? Покажи, что продает. Все самое лучшее. Предлагаю сыграть в гвинт.
Лан Анкрайт. Следы великана. Время возвращаться домой. Дом укрытый дерном и корой. Ждут меня там сын и дочь и две, и жена прекраснейшая во сне. Я теряю силы, щит разбит, руки коченеют, грудь болит. Так что мне пора в мой дом родной, дом, покрытый дерном и корой. Здесь тащили носилки. Время возвращаться домой. Дом укрытый дерном и корой. Я знаю эту песню. Что ты здесь делаешь? Гляди, дружина, еще один. А сколько раз я им говорил? Чего-чего, Вильфред? Да, ничему не учатся. Этот хоть песню перед смертью послушал. Зверья тут мало, я видел, как великан дает тебе еду. Где он ее берет? Не знаю, я не спрашиваю. Дружине нравится. Там на земле лежит обглоданная рука. Что?
Где? Вильмар, мать твою за ногу! Кто за порядком будет следить? Совсем не умеешь хранить тайны. У нас был выбор. Или так, или с голоду помереть. Но я никого не принуждал. Вся дружина была за. Почему великан тебя пощадил? Моя дружина и сирены помогают ему строить корабль. Я шью паруса и иногда пытаюсь бежать. Тогда сирены прилетают и приносят меня обратно. А зачем ему корабль? Куда он собрался? Обещаешь не болтать? Моим людям я могу доверять, они будут немы, как могила. Но ты... Я никому не скажу. Ну ладно. Великану нужна эта посудина, чтобы громить богов во время последней битвы перед концом света. И уже скоро все будет готово. Кто были эти люди? Это моя дружина. Они поклялись, что никогда меня не оставят. И вот, смотри, сдержали слово. Высокий — Вильмар. Рядом с ним справа — Вильфред. Заика — это Вильхельм. Почему вы остались здесь? Мы не можем уйти. Сунься мы еще раз, великан всех нас поубивает, как остальных. Я ищу Хьялмара Анкрайта. Похоже, он пришел сюда с дружиной, чтобы одолеть великана. А, да, видел я их. И Вильмар тоже. Точно? У Вильмара соколиный глаз. Они стояли на том же самом месте, что и ты сейчас. И все выглядели довольно скверно. Рыжий Лейв, Фолан, Виги. Между нами говоря, у парня с головой не все в порядке. Ну и молодой Анкрайт, тот тоже был. Ты помнишь, когда это было? Когда было что? Когда здесь были Хьялмар Анкрайт и его люди. А, это! Не помню. Вильхельма спроси. Они говорили, куда пойдут? Не помнишь, Вильмар? А, да. Они собирались разбить лагерь в старой сторожевой башне. Ее найти просто. Стоит посреди долины и ничего не стережет. Я постараюсь вернуться к тебе, когда найду Хьялмара. Ты так уверен, что его найдешь? Может, ты еще и великана в одиночку завалишь? Все люди одинаковые, а, Вильхельм? Им кажется, что они бессмертны. Мне пора. Будь здоров. Слушай, если ты действительно сумеешь вернуться, принеси мне из деревни немного крепкой дратвы. И гвозди. Гвозди у нас тоже кончаются. Запомнишь? Гвоздей и дратвы. Я запомню. Гляди, дружина! Белоголовый вернулся. С чем пришел? Мне пора. Будь здоров.
Надо поискать другой путь. Лагерь Хьялмара. На них напали. Столько ран. Должно быть, он долго продержался. Сломан позвоночник. Он будто упал с большой высоты. И здесь были двое, но они отбили атаку. Порознь. Эти смотрели следы вокруг лагеря. Кто-то ушел из лагеря до нападения. Несколько человек тащили лодку к северу. Thank you.
Человек Хьялмара. Истек кровью, пытаясь сбежать. Интересно, что с остальными? Не вернулся, чтобы собрать стрелы. Накеры задержали погоню. Он определенно шел туда. Интересно, почему лучник так хотел его убить? Он шел в ту сторону. Здесь он получил первую стрелу, но побежал дальше. Здесь он получил первую стрелу, но побежал дальше. Он шел дальше. Уже шатался. Он потерял столько крови. Думаю, далеко не ушел. Тут он получил вторую стрелу. Она-то его и добила. А куда делся лучник? Это должно быть один из людей Хьялмара. А куда делся лучник? Тролли затащили его в пещеру. Может, он еще жив. Лучник тоже был ранен. Серебро, да?
что-то варится. Готовите? Готовим. Эй, ты! Помоги мне! Вода нагревается! Тихо там! Мне нужен этот человек. Нет! Человек у Маргифа выиграли. В загадки. Значит, загадки любите? Ну давайте сыграем на человека. Если я выиграю, заберу его с собой, а если проиграю, сам прыгну в котел. Это хорошо. Загадки? Сейчас? Не булькай. Первая загадка. Много ест и много пьет. Ходит он большой и бьет. Тролль, ясное дело. Хорошо, тролль. Пусть говорит свою загадку. Пусть легким бываю я словно перо, быть долго и троллю со мной нелегко. Загадка. Человек обманул. Я выиграл честно. Глупые загадки. Перо троллю нелегко. Не пись-пись. Идти сможешь. Попробую. Пойдем отсюда. Все в порядке? Я теперь в жизни в баню не пойду. А в остальном порядок. Ты спас меня. Как тебя отблагодарить? Я ищу Хьялмара. Хьялмара? Мне тоже интересно, куда подевались и он, и вся дружина. Должно быть, что-то случилось. Иначе они той же ночью пошли бы меня искать. А зачем тебе Хьялмар? Расскажи мне о вашем походе. Началось все, как в лучших сагах. С порядочного шторма. Парус мотало, как кусок тряпки. Потом, когда мы уже берег видели, нас окружили сирены. Будто поджидали. Мы бы с ними справились как-нибудь. Но вот кормчий... Кормчий ошибся? Мать его ошиблась, что родила его на свет. Этот идиот наслушался сказок, залил уши воском и не слышал наших криков. Ну и влепил нас прямо в скалы. Несколько человек погибло, раненых пришлось вытаскивать на носилках, а сирены не отставали. Хьялмар трубил в рог, но мы подошли слишком близко к склону, и на нас сошла лавина. Редкое невезение, и что потом? Мы добрались до этого безумца с кораблем и в конце концов разбили лагерь у сторожевой башни. На минуту показалось, что все обошлось. Крах прислал меня за Хьялмаром. Нардскеллиги будут выбирать нового короля. И все ждут возвращения молодого Анкрайта. Значит, уже началось. Хьялмар — владыка всего Скеллиги. Думаешь, он не подойдет? Хьялмар безответственный, упрямый и никогда не слушает советов.
Зато он отличный предводитель. Я с ним с детства дружу. С ним и с Керис. Керис тоже претендует на корону. Керис? Но она... Она ведь... Она достойная дочь Краха. А что Крах? Поддержал ее? Позволил ей отправиться в шальной поход за подвигами? Он был не в восторге. Особенно от того, что Керис его не предупредила. Меня тоже. Куда она отправилась? С кем? На спикеровок. Одна. Одна? Зараза! Если бы Хьялмар... Ты не знаешь, она уже вернулась? Когда я отплывал с Артскеллига, ее еще не было. Почему ты оказался один? Во время ночной стражи я увидел, как Эгнар Сфарер стащил у Хьялмара рог Харнвала, которым мы сирен отпугиваем, и выбирается из лагеря. Вот я и пошел за ним. Не знаю, что взбрело в его рыжую башку. Тысячу раз говорил Хьялмару не брать его с собой. Ну и что, удалось тебе его догнать? Да, в тех пещерах. Паршивец поднял такой визг, что накликал троллей. Я думал, что меня сразу сожрут, но меня сначала посадили в маринад. Сегодня решили, что уже пора. Тут бы мне конец и пришел, если бы не ты. Ты знаешь, где Хьялмар собирался искать великана? Говорят, у него логово в пещерах над деревней. Хьялмар решил, что туда лучше всего попасть по озеру. Виги помешанный говорил, мол, есть дорога получше, через шахту. Но никто не хотел соваться в лапы чудищам. Я уже узнал все, что хотел. Прощай. Подожди, я пойду с тобой. Ха. На счастье, тролли не пустили мой лук на растопку. Хорошо. Идем. Следы битвы.
Великан гнался за ними. Они бежали в сторону пещер. Еще след. Много здесь крови. Надо поискать другой путь. Великан попытался пробраться в пещеру, но, видно, передумал. Он определенно шел туда. Тут довольно глубоко. Не разобьюсь. Та самая кузня. Ищу инструменты. Кузнечные инструменты, но все в орнаменте. Должно быть, о них Иоанна и говорила.
О, боги! Надо продолжать поиски. Ох, и гнусный же! Какая кладовка, такие мыши. Много старых следов. Он шел в ту сторону. Великан, должно быть, часто туда ходил. Эту рассекли пополам.
В нее всадили пол колчана.